В Каспийске начато строительство центра обработки вызовов системы 112 Республики Дагестан. Состоялась торжественная церемония закладки капсулы в честь этого события. Расположен резервный центр, будет на базе городского управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Завершить его возведение планируют уже в ноябре. Основной центр обработки вызовов системы 112 находится в Махачкале. Открытие резервного позволит не только усилить оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации, но и создать дополнительные рабочие места. Также он станет своего рода страховкой на случай выхода из строя основного центра. Мы не зря выбрали город Каспийск, потому что мы знаем, что последние 5-6-7 лет город Каспийск занимает первые места по линии, значит, обеспечения безопасности, по линии оперативного реагирования, так, по линии РЧС, по МЧС России. Поэтому было принято решение именно построить город Каспийск.